Великий Антон Олегович про учебу, могу сказать, закончил несколько университетов, если быстро. Работаю в торговом порту сразу после окончания университета, точнее на последних курсах, когда учился, уже работал там. Начинал свою работу там, так скажем, с Косбандой, которая так прямо называлась, то есть это пенсионеры были туда собраны, и они обучали всех вновь пришедших людей. Ну, на технику и так далее, потому что раньше была политика такая, учиться на кран, там, на погрузчик было невозможно, на большой тоннаж сразу все начинали с мелкой техники, там, клерка, 2 тонны, 1,5, да, и пошли вверх. Потом перешел в комплексную бригаду, ну, и по сей день работаю в комплексной бригаде и являюсь председателем профсоюза этого порта. В нашу территориальную компанию, в территориалку входит несколько дочерних компаний, которые также являются, ну, у них есть свои первички, они входят в нашу территориалку. У нас есть коллективные договора во всех компаниях. Самый, ну, такой хороший договор, он есть в торговом порту. Ну и все идут дальше по копии с торгового порта. То есть переговоры начинаются первые в торговом порту, на нас обкатывают новые предложения, мы предлагаем, к чему-то приходим, и далее переговоры уже в первичках идут и заключаются там коллективные договора. То есть у нас есть в коллективном договоре вся социалка прописана. Кто-нибудь тебя знакомился? Нет? Нет, с нашим договором. На сайте есть, можете зайти, у нас есть сайт нашей организации, можно зайти через ПАО МТП, прямо написать, и там есть профсоюз, мы на сайте. Можно отдельно написать наш профсоюз, прямо ПАО МТП также, и там будет вся информация, там коллективный договор, все доп. Соглашения, все, что мы заключали с работодателем. То есть это отследить. К чему пришли, да, и о чем договорились. То есть коллективный договор, он действует на предприятии очень давно уже, на самом деле. Он действует с стивидорных компаний. Порт раньше был разбит на стивидорки, то есть это не был единый порт. Это был там ТЭД, УПЭК и так далее. Ну, куча стивидорок, да, потом начали их объединять для того, чтобы порт перепродать в единую единицу. И этот коллективный договор пошел с одной стивидорки, распространился везде, то есть при объединении он стал действовать на всей территории порта. Но это было давно. А на самом деле, поэтому порт единый, коллективный договор единый. В дочерних компаниях он копирует примерно, ну, какие-то есть специфика, да, компания, то есть кто-то занимается швартовыми работами, кто-то бункеровкой, и поэтому кто-то обслуживанием организации, и поэтому есть какие-то определенные пункты, которые, ну, именно повторяют специфику. Ну и секретненько, то это все. Сейчас у нас коллективные переговоры, кстати, идут в торговом порту, потому что договор коллективный заканчивается, через месяц мы должны заключить новый, потому что мы уже 2 месяца в переговорах, максимальный срок 3 месяца. Ну, опять же, работодатель предлагает свои какие-то интересные вещи прописать в коллективный договор. Мы отстаиваем интересы работников, да, и хотим как можно лучше, чтобы было для работников, прописать индексации, компенсации и так далее, путевок, лагерей и всего остального. И в дочерних компаниях тоже начнутся переговоры. То есть сроки где-то заканчиваются примерно в некоторых одинаково, в каких-то 31 декабря. Ну, поэтому у нас сейчас основная задача — это коллективные переговоры. Ну, на время переговоров я на работу не хожу, на докера, да, по закону, пока идут переговоры, то есть я освобожден. Поэтому сейчас в основном занимаемся переговорами. Также во все комиссии входим по охране труда, это не что, ну, важный момент, да, у вас на предприятии 100% есть отдел охраны труда, либо как это по-другому уже называется. То есть вы будете, один есть, человек, да? Такой там. Есть. Ну, будет расширяться, то есть будут 100% какие-то аварии, без этого никак, то есть расследования и так далее, и так далее. В этих всех расследованиях участвуем, не дай бог несчастные случаи на предприятии, в комиссию обязательно входит профсоюз, без этого никак. Ну, поэтому мы входим везде, так же, как если вы будете, ну, развиваться, у вас будут тоже председатель входить, какие-то члены, ну, согласуете и будут туда входить, в эти все комиссии. Ну, если вот кратенько.